День народного единства сегодня отмечают во всех регионах страны. Ульяновск не стал исключением. Тысячи ульяновцев взяли флаги и транспаранты и вышли на торжественное шествие, несмотря на такие суровые погодные условия. Колонна стартовала с площади 30-летия Победы. Самые убежденные патриоты не испугались дождя и не вышли из строя. Некоторые даже успели поздравить соотечественников и с государственным праздником, и с Днем Казанской Божьей Матери. Внимательные граждане не смогли не заметить совпадение двух важных дат. Поздравляем с Днем народного единства! Дворец, комплекс технического творчества! Ура! Ура! Весь наш российский народ поздравляем с этим замечательным праздником. Сегодня праздник вообще православный, и Дом Божьей Матери, плюс единый, как говорится, народ единый весь. Так что приходите все. Под звуки духового оркестра демонстранты пришли на площадь Ленина. Там же состоялось и поднятие флага Российской Федерации. Ряды демонстрантов пополнили известные политические и общественные деятели. Активисты боевого братства также вооружились яркими флагами. Мы сегодня все вместе, едины, вместе со всеми жителями не только города и Ульяновской области, общественными объединениями, с коллективами предприятий. Мы вышли вместе и показать, что мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы. Граждане солнечного Туркменистана тоже решили поучаствовать в народных гуляниях. К примеру, студент Алишер Мухамедов давно хотел зарядиться энергией российского патриотизма. Народ единственный. Мы все должны быть здесь. И нам нравятся такие праздники. Праздник продолжился в правительстве Ульяновской области. Губернатор Сергей Морозов поздравил всех приглашенных гостей, творческих деятелей, врачей и работников предприятий. Ну и, конечно же, он обратился ко всем жителям региона. С Днем народного единства. Этот праздник, как вы понимаете, символизирует заветную мечту, которая родилась и воплотилась на бескрайних просторах России. Мечту о единстве, мечту о крепкой, нерушимой семье, куда входят десятки, да что там десятки, сотни народов. Далее в зале имени Карамзина состоялась церемония награждения выдающихся профессионалов. Присвоение званий заслуженных артистов и наград за мужество завершило официальную часть государственного праздника. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.